Городской информационный портал v1.ru и интернет-проект «Виферон» подарили волгоградским мальчишкам и девчонкам, а также их родителям большой семейный праздник и бесплатный показ мультфильма «Седьмой гном» в кинотеатре «Море Синема». Чтобы попасть на семейный показ, нужно было скачать и распечатать пригласительный билет на сайте v1.ru, заполнив простейшую анкету, и ждать семейного праздника. В холле кинотеатра «Море Синема», как говорится, и яблоку негде было упасть. Притом никто не стоял в сторонке в ожидании обещанного кинопоказа. Для каждого гостя вечера организаторы предусмотрели свои интересные развлечения. Очень понравилось то, что у меня вообще трое детей. Мне, представляете, как это счастье, что некоторое время они могли провести на мероприятии. И также еще под приятным проведут время в осмотр мультика. Персонажи мультфильма «Седьмой гном», «Белоснежка» и «Добрые гномики» провели для всех малышей веселые конкурсы и подвижные игры. Каждый маленький победитель веселых стартов получал из рук мультяшек ценные подарки. Призы получали и родители самых активных чад. Мы всей большой семьей пришли, нас четверо деток, очень понравилось все, хорошая организация. И для родителей предусмотрели, и для детей есть конкурсы. Очень все на высшем уровне. Все желающие, и дети, и взрослые, могли поучаствовать в семейной фотосессии с еще одним сказочным персонажем – зеленым дракошей. Каждый получал приятный бонус – стильные магнитные рамки на память. Общую атмосферу настоящего праздника для всей семьи дополнили воздушные шарики, флажки и радостные лица детей, разукрашенные мастерами аквагрима. Мы всегда ходим на такие мероприятия, как бы я вот ВКонтакте это увидела, сразу билет скачала, позвонила всем своим подругам. Такие мероприятия, мне кажется, очень полезны, очень нужны. Пока детки играли и резвились мультяшками, у их родителей появилась отличная возможность получить ценные советы, как побороть любой вирус или инфекцию, если они все-таки одолели организм малыша. Родители, во-первых, показали свои знания виферона, приверженность этому препарату, и, во-вторых, они хотели поделиться своими проблемами, мы помогли ответить на те вопросы, которые их интересовали. Доктор, конечно, в любом случае, мнение доктора очень важно, но мы, как медицинские представители, знающие особенности данного препарата, могли бы подсказать какие-то нюансы в лечении тех или иных заболеваний. Такой уникальный случай для того, чтобы мы могли общаться напрямую с родителями и донести до них все преимущества и возможности препарата «Виферон». Здоровье наших детей, конечно же, в руках не только наших родителей, но и фармацевтических фирм, которые могут предоставить возможность бороться с вирусами. Уже перед началом долгожданного мультика «Седьмой гном» было ясно. Самый большой кинозал одного из крупнейших в Волгограде кинотеатров «Море Синема» забит до отказа счастливыми и довольными семьями. Еще бы праздник получился действительно интересным, а улыбка ребенка, как и его крепкое здоровье, это лучшая награда для любого родителя. Анна Рублева, Петр Лукашин, v1.ru.